значит, снял блок полумостами с трансформатором. Ошибка моя была в начале видео, что питание отсюда идет. Все-таки он своей дорогой идет. Вот. Здесь клеммы обратной связи. Значит, по реакции там розжига. Вот. Соответственно, питание тут реагирует. Вот. Ну что, опять-таки кусками вставляю видео. Как мысли идут, так и рассказываю. Значит, был предыдущий план демонтировать диодные мосты. Сюда один на плечо поставить, сменьшить сечение по умам подобрать. Вот, чтоб, ну, кормушка диодов для реакции, то есть нагрузки. Вот так вот. Ну, кому надо, тот поймет, о чем речь. Вот, сымитировать. То есть мысль моя такая, чтобы это число витков, там все такое, работало на обратную связь. То есть, ну, не избежать. Вот. Сюда мотнуть, думаю, дополнительно обмотку для уже выход сил. Ну, то есть был этот силовой по нагрузке, но потом уже по всем речам получается это самое. Выход мотаю сюда на уже выход на диоды шотки, уже удвоенное напряжение. Напряжение именно. Потому что на плазморезе надо в районе 200 вольт. Пусть будет 220-230 холостые. Пойдет она там на сколько там. Но она высокочастотная. Вот. То есть создать еще обмотку. Уже отдельно на выход на, допустим, диоды шотки. Вот, которые будут уже, соответственно, ну, по мощностям набраты. Подобраны. Вот. Уже, естественно, на выход на плазматрон. Вот. То есть это по электрической части. Механика уже это другая тема. Клапан воздуха, автоматика. Единственное, что может быть, это самое набрать, то есть выход на релюшки питания. И питание тут 24 вольт, значит, на вентилятор, который постоянно работает. Посмотреть блоки питания, может быть, какой там транзистор, видимо, больше отвечает за нагрузку. Поменять. Для того, чтобы еще бы на 24 вольта схему управления реле, там управление клапаном, управление осциллятором, в общем, там другой уже огород. То есть усилить. Я не знаю, какие тут нагрузки происходят. Здесь, может, там есть возможность. Ну, то есть, еще добавки там по амперажу, там все такое. Вот. Ну, вот пока так рассуждаю. Вот. Ну, я, может, еще состыкую видео. То есть, мысли только начинаются. Спасибо.